my hero. The others are all dead, aren't they? That's all right, because I was going to have them killed anyway. I am going to be Empress. Да, чувствую, она там во второй части будет жестить. Императрица. Чего? Что, реально? Ой. Так, будет мувик такой-то? Ну, хотя бы. Блин, я-то думал, что вообще... What will history tell us? That the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses, carried by an assassin named Corvo? No. They'll say that little Emily Caldwin I came to power in an age of terror and corruption, and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses. Говорят, есть вариативность концовки в этой игре. Только я что-то не представляю. Мувик, что ли, другой может показать? Ты типа она уже такая возраст. Шедевр. Ну, трек в конце не такой себе. В течение самой игры музыка прикольнее была. Ну это все мелочи. Как и скучное начало тоже. Лица, конечно, в игре пипец. Посмотрим, будет ли пасхалочка в конце.
что у меня текст почему-то так трясется. Наверное, у меня с видеодрайвером какая-то проблема. Не думаю, что так было. Ну, в смысле, так должно быть. Хотя... Не знаю. Виньетка еще такая тоже смешная. Ну, это все мелочи. Самое главное — ощущение Элса. Вот это самое важное, и здесь оно просто очень круто сделано. И левел дизайн зарешал. Не помню, вот это или Биошок раньше, ну, Infinite, которая. Хотя так-то, в принципе, ну, короче, у меня ощущение Биошока было в начале игры. Вот, но потом как-то все это нормально завернулось по-другому. По факту мне эта игра больше Биошока понравилась. Я, честно говоря, удивлен. Ну, чувствуется, что кто-то кем-то вдохновлялся вот между этими играми, вот 100%. Опять же, стимпанк. Все вот эти механизмы такие старые. Ну, мне этот сеттинг нравится, короче. Так, ну что там? Роли-то сколько будут идти уже? Production Babies. Это что, детей кто озвучил, что ли, или что? Нифига. Ну ладно. В общем, игруха огонь. Как сказать, этот must have.
Вот, спасибо, кто смотрел. Следующая игра будет Fear, первый, скорее всего. Вот, но я еще, конечно, посмотрю. Я много игр накупил по скидону. Вот, следующая сюжетка будет Fear, скорее всего. Вот, а сейчас пока отрубаю. До следующего стрима.